Привет разоблачителям! Ребята, каждый день пишут мне интернет из смс-ки, звонки поступают там заказные, типа какие-то кредиты, люди пытаются меня как-то запугать, какие-то хрень какую-то шлют. Ну вот я все жду разоблачения, пишут мне, жди разоблачения, ну когда ж оно наступит, я уже 40 лет его жду, когда ж уже снимут разоблачение, хоть послушать, поржать. Что ж вы все никак не можете разоблачить, сколько ж у вас уже дали вам информации. Юрист, коммунист, аристократ, миллионер, сколько ж вы уже будете изоблачать? Ну давайте, выпускайте ролики, хоть поржем. Ребята, как вы не можете понять, ну на меня это не влияет. Я снимаю вот этот даже ролик для поднятия рейтинга контента. Если бы мне было страшно, меня бы не было в интернете. Мне бояться некого и нечего. Уважаемые разоблачители, ну наконец-то выпустите хоть компромат, хоть посмотрим, только с доказательной базой, чтобы это же было аргументировано, а не так, что интернет-смски, ты не антиквар, ты помойка. Так покажите, как вы умеете продавать и покупать. Я хоть посмотрю на, знаете, как вот, я уже долгие годы занимаюсь бизнесом, и все никак никто ничего не может сделать. Ничего не может предпринять. Все какие-то басни рассказывают. Я вам хочу сказать еще одно. Выпуск какого-либо видео, компроматы какие-то, это только плюс мне. У меня продажи не уменьшатся, они только увеличатся. Дурики, я за вас молюсь. Вот вам. Крест, балбесы, давайте, аргументируйте, кастраторы вы, душевные импотенты, я вам смеюсь в лицо, потому что вы даже не можете приехать ко мне, я вас даже никогда не видел, идиоты, кто вы, кто, покажите мне морду вашего лица, кто вы хоть есть? Одни сказочники-балаболы, мы, я, ты, вот я живу в городе Харькове, в центре города, улица Кооперативная, где вы? А в ответ тишина. Ждем, поржем.